запомнили вот разницу между Кривичем и Вячеславом? И здесь с детьми нужно поиграть в игру. Посмотрите, детишки, обратим внимание. Вот здесь вот у нас человеческий образ. И вот так вот этикеточку закрыть и сказать: ну-ка, детишки, скажите мне, к какому роду племени относится эта девушка? Вот здесь вот рассказывайте, как расширялась Москва и каковы причины, почему она так богатела. Я всегда благодарна, когда я учусь чему-то новому. Москву я не однажды использую на уроках и очень-очень-очень активно. Я придумываю задачи, я придумываю какие-то интересные моменты. У меня появился взгляд с другой стороны. Взгляд какой-то еще такой, который, ну, я не делала.